Привет, ребята! Вы на канале Королёк Ка. И это очередной выпуск кукольных новостей. Поехали! Осенью 2020 года выйдет ограниченная серия Hair Dorables Love Trolls World Tour с куклой Rain. Мультфильм «Тролли. Мировой тур» вдохновили создатели кукол Hair Dorables, ведь даже сам образ куколки напоминает главную героиню Розочку, которая просто обожает петь, и поэтому с куклой Rain входят 10 сюрпризов, среди которых есть музыкальный инструмент укулеле, а на одной щечке красуется нота. Сама же Rain одета в радужный костюм, сердечные очки, а на голове, как и у Розочки, ободок-венок с разноцветными цветочками. Эта куколка точно станет звездой предстоящей осени. А так как до осени остался еще месяц, то в августе выходит 5-я серия Hair Dorables в двух новых стилях. Маскарад сквозь время и после школы. Новая упаковка пластиковая, как и у 4-й серии, только розового цвета. Каждая упаковка включает в себя одну куклу со съемным нарядом и 10 стильных сюрпризов. В этой 5-й серии есть новые 26 кукол, в том числе и ультраредкая. И если их рассмотреть, то можно сразу заметить, кто идет на маскарад, а кто просто на прогулку. Ребята, не знаю, как вы, а мне сложно определить, кто из этих новинок мне понравился больше. А вы напишите в комментариях, ждете ли вы новую серию Hair Dorables. А еще смотрите наше видео, где я знакомлю вас со всеми куклами первой и второй серии Hair Dorables. А на этом было все. Всем пока! Подписывайтесь на Королёк Ка!